В Бирском спорткомплексе «Кристалл» прошел второй и третий последний этап регионального турнира «Шпага Сибири». Здесь собрались спортсмены из Новосибирска, Омска, Томска и Красноярска. Главная особенность этого турнира в том, что здесь присутствуют только лучшие фехтовальщики. Существует спартакиада учащихся. Вот. Значит, вот эти спортсмены, этот возраст мы подводим под спартакиаду учащихся России. И вот чтобы они могли наработать какие-то такие хорошие такие навыки, мы собираем из сильнейших фехтовальщиков. Вот. То есть не всех, которые занимаются вообще фехтованием, а именно непосредственно вот самых сильных. Чтобы уже на уровне России у них потом был более такой серьезный опыт. В турнире приняли участие 23 юноши и 17 девушек. Напомним, что первый этап турнира «Шпага Сибири» проходил в ноябре прошлого года, и тогда победу одержали представительница Красноярска Яна Логинова и новосибирский спортсмен Владислав Макаров. Первый этап я выиграл. В этом сложный проход, постараюсь выиграть. Какими качествами нужно обладать? А что самое сложное? Быстрая реакция, физическая подготовка нужна. Мыслить быстро. Все зависит от того, как я буду фехтовать, как я буду настроен. Я настроен очень хорошо. Сложного, в принципе, особо-то ничего нет. Смотря как будет настроен соперник. Второй этап турнира стал завершением сезона. По итогам этих соревнований в общем зачете победу одержали новосибирская фехтовальщица Софья Трухнина и Анатолий Ким из Красноярска.